Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня просто мега мукбанг. Значит, я сегодня снимаю мукбанг в заведении, называется заведение Чечил Паб Семей, это в Семей, соответственно, да, и у меня тут просто гора еды. Тут вот такой вот сет, как меня слышно, да, огроменный сет, называется он «Золото Маккены». Тут у меня, значит, так, главное, чтобы это все не упало, моя конструкция. Тут у меня, знаете, сейчас я вам скажу, куриные наггетсы, мини-чебуреки с мясом, картофельный хэш-браун, сырные наггетсы, луковые кольца. Просто обозраться от счастья, понимаешь? Тут у меня салат. Зачем я его взял? Здесь и так еды много. Называется шеф-салат. Сюда поставлю. Тут у меня куриные ножки. Это ножки или крылышки? Ножки. CFC называется. Не KFC, а CFC. Тут у меня хлеб с солями и сыром. Вот. Ну, просто огромен. Все, давайте есть. Так, тут у меня лимонад. Попробовал, просто обалденный, дынно-мятный. Так, надеюсь, все нормально запишется. Луковые кольца. Обалденно вкусные. Это у нас что такое? Наггетсы? Нет, это сырные палочки, по-моему. Вот, ребят, смотрите, здесь еще три соуса, видите, в серединке? Сейчас я вам покажу. Тут у меня, значит, как я понял, майонезный, кетчуп и горчица. Здесь три соуса. Вот это вот сырное просто обалденно. Давайте попробуем наггетсы. Это, ребят, картофельный хэш-браун. Я бы знал еще, что это такое. Картофельный хэш-браун. Впервые ем. Смотрите, ребят. Все, хочу попробовать по одному. Ребят, заведение называется Чечил Семей. Я их инстаграм оставлю в ссылке, в прикрепленном комментарии, вернее. Кто из Семска? Так это что такое? Я не знаю, что это, но это очень вкусно. Давайте с кетчупом, мамочки. Я как раз не обедал сегодня, так чувствовал. Ну, в принципе, я знал, что съемка будет. Так, ребят, чебуреки с мясом. Пробуем, вот так все выглядит. Кто из Семска, ребят, обязательно приходите. Вот я вам от чистого сердца рекомендую. Безумно вкусная кухня. У меня еще друзья до этого ходили. Ой, бай, какой сыр классный. Сыр тянущийся. Видно, что они дешманские, хорошие. М-м-м.
Вот, называется «Чечил семей». Находится недалеко от остановки 30-я Гвардейская. Прям совсем рядом, можно сказать, сбоку Сквера Победы. И, конечно же, все это не съем. Но от жадности все заказал, понимаете? Так, давайте попробуем CFC. Вот так все это выглядит. Обалденно. Обалденно, ребят. В общем, я еду увидел и все забыл. Спасибо всем вам, кто меня поздравил, кто меня, значит, написал мне добрые слова в комментариях под прошлым видео. Огромное вам за это спасибо. Там буквально 300 или 350 комментариев. Дофига, короче, дофигища. Вот огромное вам за это спасибо. Так, пробую давайте салат. Салат называется шеф-салат. Сейчас будем пробовать. Здесь, короче, салат айсберг, маринованные огурцы, шпинат, ростбиф. Давайте попробуем. Салат тоже вкусно, слушайте. Вот эти вот, как называется, картофельный хэшбраун я впервые, ребят, ем. Это просто отвал башки. Макаю в горчицу. Сижу в випке. Випка это типа, знаете, ну, випка, наверное, знаете, да? Вип-кабинка, короче. Я тут сижу. Сейчас днем, сейчас примерно час дня, по-моему. Людей, конечно, маловато. В таких заведениях обычно вечерком люди приходят, да? Вот. В общем, потому что перед людьми стесняюсь сниматься, конечно. Кто сюда придет, попробуйте дынно-мятный лимонад. Просто отвал башки. Реально очень вкусно. Чего так от жадности все набрало? Так, ребят, я не знаю, что это. Ребят, сразу извиняюсь за освещение. Тут, получается, лампа у меня в Семске осталась. Смотри, какой сыр. У меня в Семске лампа осталась. Поэтому рекомендую вам от души, ребят. Я здесь впервые, честно говоря. Но кухня здесь обалденная. У меня знакомые тут приходили несколько раз сюда. Им очень здесь понравилось. Здесь, кстати, есть живая музыка. Есть тематические вечеринки, короче. Зал сам по себе большой. Поэтому, я думаю, вам понравится. Кто из Семска или кто в гостях в Семске будет. Так, давайте еще раз CFC попробуем. Все вот так вот выглядит.
Да, вот когда я заказывал золото Маккены, я вообще не понимал, что она вообще огроменная, такая, на компанию. Я сам решил его съесть. Это что такое? Обжорство, конечно, у меня нечеловеческое. Так что от души вам спасибо за поздравления, за ваши добрые слова. Шеф-салат называется, ребят. Кто будет заказывать? В общем, в Семске такая погода сегодня просто обалденная, вы не представляете. Тепло, так знаете, вот весна весной, короче. Просто обалденная. В общем, гуляем что-то пешком. Куда-то мне надо по делам, я, короче, пешком двигаюсь, понимаете? Чувствуется, что сыр дорогой используется, вкусный. Короче, я понял, что я переборщил с заказом. Это все в огромных порциях приходит. То есть там в некоторых кафе же мало порций, а здесь прямо огроменные порции. Тот же салат вообще в такой глубокой тарелке. Здесь дофига всего ингредиентов. Самса, ребята. Ребят, вы называете меня тупым или каким, но я не могу понять, что это, но это безумно вкусно. Что это вообще? Надо сейчас у официанта спросить. Ну как похудеешь после этого? Такие заведения вкусные, понимаешь? Ешь они огромными порциями, ну как похудеешь после этого? Как? Никак. Так, что бы еще взять? У меня глаза разбегаются. Давайте возьмем это. CFC называется. Понятно вам? У вас как дела, ребят? Ребят, кто не подписан на меня в Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Я там очень в сторисах делюсь полезными лайфхаками, да? Кто хочет развить свою страницу, кто хочет, значит, подписчиков собрать, я там секретиками поделюсь. В общем, вы переходите, ссылку где-нибудь тут я оставлю. Название аккаунта, короче говоря. Это моя, знаете, вот такая беспонтовая привычка, вот это, знаете, быстро-быстро накидаться есть. Вот я не могу, не торопясь, знаете, вот переживать, как люди живут. Не торопясь, знаете, там, 3 года жуют одну, значит, одну порцию еды. А я вот как собака-овчарка, ав-кав-кав-кав, и все. Ну, а что делать? А у меня же вот такой еще есть. Здесь получается хлеб с салями и сыром. Одну, вернее, я уже съел.
У них посуда такая, прям видно, дорогая. Смотри, такой казан, он тяжеленный был, сейчас это все во мне. Впрочем, сейчас, если я не усну от переизбытка еды, я, наверное, сниму вам внутри, как это все выглядит. Ну, такой формат вам нравится, как я понимаю. То есть вот именно заведение, все дела. Поэтому, наверное, я для вас сниму. Внутри, короче. Так, луковые кольца. Все такое сытное, капец. В общем, ну что, днюха прошла, 31 годик стукнул, как говорится. Я чувствую себя помолодевшим, да, хотя на 28 апреля утром мне казалось, что я безумно старый. А сейчас у меня такое настроение, что я вечно молодой, понимаешь? 31 годик — это не предел. Вот, вот эти вот. Вот эти, кстати, вообще обалденные. Че соус, что такое? Музыку врубили. Короче, ребята, я наелся. Это было безумно вкусно. То есть салат и капаем. Было безумно вкусно, просто. В общем, мы с вами на какую-то тему сегодня не поговорили, потому что в основном я сегодня ел. Еще раз, заведение называется Чечил Паб. Рекомендую вам от души душевно в душу. Реально очень вкусно. Порции огроменные. Просто не могу передать эти огромные порции. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за ваши лайки. Увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!